Всем привет, друзья! С вами Влад Широков, это мой блог. Это такой домашний блог о карантине, пока на карантине. Я думаю, что ситуация еще будет продолжаться и где-то до конца лета. Но дай бог, что будет все быстрее закончится, нормализуется. Но думаю, ждем 30-го, там будет видно. Я в то же время занимаюсь творчеством, потому что делать особо нечего на карантине. И готовлю музыкальные какие-то произведения, изучаю программу Logic. Конечно, я жутко ленивый стал. То есть, как бы много времени, много возможностей, но ты очень много ленишься. Думаю над имиджем, что будет, когда все пройдет. Хочу закупить немножко шматья, стиль поменять. Больше стиля, в общем, чтобы нормально рассекать на блоке. Также пересмотрел вообще движуху с Тинькофф инвестициями. Я там записал кучу видосов, могу оставить внизу вам ссылки на них. Потому что контора, в которой я вкладывался, разорилась. И там что-то непонятное, мутеж, в общем, идет. Я продал в минусе 2 или 3 акции. 2 Ахаген и этот ФТ-Фронтир. 2 компании, купил АМД, потом продал АМД, потом снова купил, сейчас АМД упал. Буду жду роста. Ну и так себе, собственно, выставил такие, поставил в избранные акции крутые. Думаю насчет битка, как забиться в биткоин. Но пока он еще не отрос, у меня есть заявки там на 10 тысяч продажи. Пока он слишком мало стоит, там 1007. Ждем непонятной ситуации. В дальнейшем будет видно. Но в принципе не унываю. Насчет студии все решено. Как бы есть все оборудование, чтобы делать качество. Осталось только разобраться, как тюнить тот же звук, да, улучшать звук. Но это чисто я не особо шарю в прогах. И вот это моя проблема. Если есть шарящие чуваки, напишите в комментарии, было бы очень здорово, если кто-то помог. А так, потихоньку, не знаю, двигаюсь, стараюсь писать почаще видосы. Если вам зайдет такой формат, вот как я сейчас этот ролик записываю, то буду такого формата. Хочется делать что-то свежее, чего нет на рынке, чего... Не как у всех. То есть я уже понял такую тему, что нужно делать уникальный продукт, и тогда будет вообще результат. Неважно, это искусство, живопись, там, фотографии, либо звук, звучание, новый там какой-то движ. И вот в блоге то же самое. Я рад, что вы смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, все дела. Это для меня, высшая похвала, как бы. Ну, особенно, когда это идет от души, то есть я делаю это для души, в принципе. И если люди слушают и как-то респектуют, это приятно. Вот так. Немного научился играть на гитаре. Стараюсь бороться с ленью, знаете, потому что очень много свободного времени. А ты все равно, казалось бы, много возможностей, да, но это, в принципе, так во всем, наверное, бывает, такая человеческая черта, что много возможностей, а ты не хочешь ничего делать, и тебе в лом. Такую ситуацию я как-то столкнулся. То есть у меня много книжек, я читать не хочу, у меня много времени, наверное, мало пишу музыки или еще что-то. В общем, лень. С ними постоянно борюсь и пытаюсь что-то. А сел немножко на диету еще, могу вам рассказать. Но я стараюсь не есть сладкое абсолютно, там, а мучное тоже по минимуму. Потому что в связи с карантином я не выхожу на улицу и начал жирнеть живот, то есть появилось такое, не очень хочется. Уже представляю, как я двигаюсь на улицах после этого карантина. Всем удачи, успехов, не грустите, не переживайте. Всем пока, спасибо, что смотрите. Ставьте лайки.